Судя по царапинам, шкаф не так давно двигали. О, слушайте, отлично. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Хотите толкнуть шкаф? Да, толкнем. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики. Я рад вас приветствовать в моей рубрике Old School, где мы продолжаем проходить чудесный Silent Hill. И это 9-я часть моего прохождения. Ну что же, продолжим. Остановились мы, дорогие друзья, на том, что мы сделали сохранение в нашем кабинете. Посмотрим, где мы сейчас в данный момент находимся. А это кабинет директора. Возможно, Майкл Кауфман и является директором Алхимилы. Но это нам, к сожалению, не дано узнать. Итак, куда нам нужно отправиться? Куда нам нужно отправиться, мы узнаем сейчас. Последний раз, когда мы сюда зашли, когда мы сохранились, мы услышали жуткий-жуткий стук и грохот. Ой, я, кажется, понял, почему. Здесь у нас жуткий доктор. Ах ты гад. Давай. Убить его? Убить? Так, посмотрим на наше здоровье. Да, у нас плохое совсем здоровье. И персонаж дышит, потому что у него уже... Да, насколько я понимаю? Да, у него уже мало очень здоровья, поэтому персонаж тяжело дышит. Ну, слава богу, мы набрали много аптечек, у нас их 6. Поэтому я применяю большую аптечку, и мы полностью здоровы. Итак, посмотрим, где мы еще не были. Собственно, мы, конечно, не были в подвале, но и остальные кабинеты здесь мы не осматривали. Поэтому я думаю, стоит нам как раз этим и заняться. Кто-то здесь у нас. Кто-то здесь у нас находится. Это доктор. И доктора мы убиваем. Да. Вначале, конечно, мы патронов потратили достаточно. Но просто мы, конечно, в него не попадали. Да. В этом был большой минус. Так, а это что? Это просто, наверное, какая-то... Видимо, ничего особенного. Какая-то коробочка. Может, стоило бы ее взять? А, нет. Тут еще одна такая же лежит. Нет, это явно ничего в ней особенного нет. И вот еще одна такая же. И убивали мы все ради чего? Ради аптечки? Да. Не густо, конечно. Я вам скажу. Совсем даже не густо. Замок заклинило. Смотрим дальше. А это открыто. Хорошо. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Это камера, конечно. Она меня убивает. Так, мы взяли немного патронов к пистолету. Ну, ничего особенного. В принципе. Да, ничего особенного. Всего лишь еще немножко патронов к пистолету. Так, посмотрим карту. Да, мы еще на склад не заглядывали. А он тоже открыт, между прочим. Оу, как здесь. Все изменилось, я бы сказал. И все исчезло. Здесь ничего нет, и комната какая-то другая. Так, а на стенах у нас ничего нету. Может, тут какая-нибудь задачка? О! Ну, конечно, без этого не могли обойтись. Кто-то в стекло долбится. Жестоко, сурово. Немножко даже страшно. Так. И куда мы отправляемся? Ну, конечно, куда мы можем еще отправляться, кроме подвала? Кошмарного, страшного подвала. Ну, вперед. Вперед, подвал. Что это?
Долгая загрузка. Угу. Долгая загрузка может свидетельствовать только об одном, что сейчас что-то будет интересно. Пойдемте посмотрим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Промазала. Ах ты гадство. Ударила. А, так она тут еще... Еще и не одна. Отлично, убиваем обеих. Ха, как тараканчики, блин, превратились в медсестер. Быстро вы, молодцы. Так, здесь у нас лифт. Ну, лифт нам сейчас не нужен. Так, зайдем. Ага, дверь заклинила. Тут вообще в подвале очень много заклинивших дверей. Давайте в генераторную попробуем попасть. Вот сюда мы попасть можем. Так. Что-нибудь. Генератор включен. О! Это кирка. Взять ее? Возьмем. Ну, кирка, наверное, конечно, мощная, но... Мне кажется, я все-таки лучше буду со старым добрым пистолетом, от которого у нас, кстати говоря, куча патронов есть. Так, посмотрим еще раз карту. Я люблю сверяться с картой, понимать, где нахожусь. Лифт, морг, склад. Давайте на склад сначала, а потом уже в самую жесть жестоких. Да, пробежал я, к сожалению. Так. Ну, конечно, закрыто. Что ж поделать? Ладно, отправляемся. И нас здесь ждут добрые сестрички. Что? Что? Что ты делаешь? Отвали от меня. Отстань, 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 отстань. Жестоко. Посмотрим, сколько у нас хп осталось после этого. Насильственное отношение к нам неплохо вообще, на самом деле. У нас еще все зелененькое. И даже бутылочку нам здесь дают. На койке лежит труп, у меня нет желания его осматривать. Хо, у меня тоже. Поверь, у меня тоже, Гарри. Так, здесь... О, ампула. Ампула, это хорошо. Ампула нам должна помочь. У нас уже, по-моему, 3 ампулы, если я не ошибаюсь. Так, ну и что мы сюда пришли? Ну да, у тебя нет желания его осматривать. Да ни у кого нет желания его осматривать. И, в общем-то, я ждал чего-то более здесь динамичного, когда мы зайдем. Но здесь, в общем-то, ничего и нет. Кроме ампулы и аптечки. Неужели нам снова в лифт надо? Даже не знаю тогда. Так, посмотрим карту. Склад закрыт. Генераторная. А чё мне толку с генераторной? И бойлерная закрыта. А, посмотрим другие этажи. Так, другие этажи смотрим. Значит, отсюда можно подняться только вверх. Выйти мы... Не можем. Можем попасть только на лестницу. Мы аптеку не проверяли, кстати говоря. Надо бы, конечно, проверить нам аптеку. Безусловно. Так, ну... Да-да-да, здесь, конечно, вроде ничего нету. Давайте тогда поднимемся обратно. Странно, что была такая долгая загрузка между этажами. Ведь ничего, по сути, особенного там не было. А я думал, в подвале что-то будет прямо значимое, архиважное. Так. Куда я хотел отправиться? Я хотел отправиться, конечно, не к лифту. Я хотел отправиться в аптеку. Если, конечно, мы сможем туда пройти. Ну, что ты мне подскажешь, сейчас там будет заперто.
Так, в общем-то, и повсюду. О, открыто! И нас опять же встречают. Ах ты, гадкий дом! О, как он! Как он хрипит! Какие у него синие кроссовки! Да. В аптеке ничего нету. Ну, идем дальше. Закрыто. Ну, серьезно. За дверью слышны какие-то звуки. И что? Что нам это дает? Что нам это дает? Простите, я не понимаю. Ну, слышны какие-то звуки. Тут постоянно будут слышны какие-то звуки, когда вот такие докторишки тут будут ползать. Здесь ничего не написано. Такс, а выйти-то мы нет, не сможем? Можем. Но ведь дверь-то там заблокирована была у нас. Правильно? Вот это. Да, замок заклинило. За дверью слышны звуки. Конечно, там будут слышны звуки. Давайте карту посмотрим. И вот опять какой-нибудь там доктор корячится. Не может ничего сделать. Куда мы еще не попадали и куда нам лучше попасть, а? Вот о чем надо подумать. Да, вот сюда мы не попадали. Собственно... Все мне понятно. Отправляемся на лестнице на второй... По лестнице на второй этаж. Для того, чтобы разгадать нашу загадку с табличками. Конечно, как я мог ее забыть? У меня все в голове вертелось, что мне в подвал нужно, в подвал. Но нет. Я совсем забыл про загадку с табличками. А, стоп. Это же третий этаж уже. Нет, мне назад, мне на второй. Загадка наша с табличками, которую мы должны разгадать. Тут еще какая-то надпись странная. Так, где наша карта? По-моему, да, вот здесь сестринская как раз. Тут у нас есть загадка с табличками, которая не дает нам пройти дальше. Так, почитаем еще раз подсказку. Облака плывут над холмом. Странно. Чистое небо в солнечный день. Мандарины горькие на вкус. А, смотрите-ка. Облака белые. Да? Мандарины оранжевые. Интересно, у нас есть белая табличка? Надо бы цвета их посмотреть. Счастливый четырехлистный клевер. Это зеленый цвет. То есть белый, оранжевый, зеленый. Фиалки в саду за окном. Фиолетовый. Так. Белый, оранжевый, зеленый, фиолетовый. Теперь опять одуванчики на обочине тропинки. Это уже желтый. Неизбежная пора ложиться спать. Жидкость текущая. Ой, фу. Так. Давайте посмотрим. Посмотрим на загадку. Угу. Так. И... Как же мы применим? Я попробую, конечно, применить. Значит, какие у нас были цвета? Мандарины. Оранжевый. Какие у нас вообще есть? А вот, пожалуйста, у нас какие есть. У нас есть... Желтые это одуванчики. Синий это фиалки. Зеленый клевер. А красный это мандарины, видимо. Значит, у нас получается оранжевый. Сначала мы применим... Ну, красный пусть будет, да? Куда вы хотите вставить пластинку? Ну, вот, допустим, сюда. Вставили. Следующую давай. Зеленый. Кстати, они идут в порядке, в котором их вставлять нужно в меню у меня. Сюда.
Так. Теперь фиолетовый. А может их надо было... Даже не знаю, слушайте. Ну, давайте сюда, наверное. И последний оранжевый цвет. Ставим куда, куда, правильно, вот сюда. Так? Что-то изменилось? Нет, ничего не изменилось. Тогда давайте зеленый вынем. И кое еще. Так. Все-таки в этой загадке есть доля загадки, конечно. Цвета-то понятно. И даже их расположение тоже ясно. Но как их соотнести вот к этому? Я что-то даже и не понимаю. Потому что... Так, посмотрим еще раз. У нас сверху белый... Оранжевый, фиолетовый. А это зеленый, что ли? Или это черный? Что это такое? Ладно, я все выну. Жалко, тут нельзя побыстрее как-то переставлять эти картинки. Хорошо, так, посмотрим. Хотя нет, давайте еще раз я прочитаю эту загадочку. Так, с чего все начинается? Облака плывут над холмом. Так, облака. Облака белые. Белые, да? Белые, хорошо. Запишем там белые, да? Окей, идем дальше. Чистое небо в солнечный день. Тут у нас и небо, и солнечный. Солнечный это обычно желтый цвет. Чистое небо. Ну, допустим, небо, да, синий. Синий. Пусть будет. Так, давайте дальше смотреть. Мандарины горькие на вкус. Ну, понятно, мандарины оранжевый. Отлично. Так, дальше. Счастливый четырехлистный клевер. Ну, зеленый, да? Угу. Зеленый, записали. Фиалки в саду за окном фиолетовый. Фиолетовый записали. Одуванчики на обочине тропинки. Ну, желтый, тут думать нечего. Желтый. И неизбежная пора ложиться спать. Неизбежная пора ложиться спать. Ну, ночь, да? Ночь. Что ночь? Ночь черная. Кажется, я начал понимать, ребята. Кажется, я все понял. И жидкости... Ну да, это я даже считать не хочу. Гадость какая-то. Короче, красный. Короче, идея у меня такая появилась, что... суть в этом всем это завершить картину. То есть, картина уже как-то создана. Вот. Да, я понял. Картина у нас уже как-то наполовину создана, но, как вам сказать, наполовину не создана. То есть она завершена не наполовину. Все, что похоже нарисовано на этих кусочках, это мне напоминает куски мыла на самом деле. Все, что здесь нарисовано, это как-то просто так, мне кажется. Ну давайте начнем применять. Куда вы хотите вставить пластинку? Куда мы хотим ставить? Да, для начала посмотрим. Я вот сделал как раз записи. Написал вот эти цвета. Белый, синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый, желтый, черный, красный. Да? То есть какие-то цвета у нас уже есть. И вот как раз вот этот цвет слева который.
А я все не мог понять, а что это, собственно, за цвет? Да это просто черный цвет, это как раз и есть ночь, о которой там написано. Да, сюда нельзя, это я случайно нажал. А белый, белый у нас наверху облака, после него идет синий, а в конце идет красный, то есть вот здесь вот будет красный. Угу, так, идем дальше. Теперь я возьму синюю пластинку. То есть красную я, в принципе, уже правильно ставил. После белого идет у нас синий. Там были облака. Ой, небо. Чистое небо в солнечный день было. А, не то, не то, не то, не то, не то, не то, не то. Дальше у нас идет оранжевый цвет, но он у нас уже на картине вставлен. Поэтому я беру зеленый цвет, которого нам не хватает. Потом идут мандарины. Вот здесь вот мандарины, оранжевый цвет. И я ставлю синий. Ой, зеленый цвет, это четырехлистный счастливый клевер. И завершаем мы картину. После фиолетового мы ставим желтый. Внизу у нас, я как раз думал, синий и фиолетовый, это же разные цвета, почему они так? То есть, ну да, вот здесь все понятно, фиолетовый вот здесь, и мы ставим сюда вот как раз последний желтый цвет одуванчиков. Да, 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 все, все, все так и есть. Я молодец, я молодец. Отлично, идем дальше, посмотрим, что нас ждет за этой дверью. Опять, наверное, как я вот прям вот догадывался, понимаете? Догадывался. Прямо догадывался, что эта зараза будет здесь. Теперь открыто. А, ну да, я же зашел. Знаете что, у меня появилась идея. Давайте возьмем кирку и попробуем нас зарубить киркой нафиг. Ух, ё, у нас красный статус здоровья. Применим. Так. Где кирка? Прям хочу ее вмазать этой киркой. Пожарная кирка. Тяжелое, но мощное оружие. Так, сейчас. Давай, подходи ко мне. А, я могу с них? Нет, я могу только поворачиваться. Нифига себе. Вот это круто. Только я с ней ходить не могу, когда, ну, когда взял ее. Поворачивайся. Ух ты, шикарно. Да. Да. Слушайте, отличная вещь. Нафига пистолет? Можно киркой всех рубить. Отличная вещь. Так, посмотрим карту. Итак, эта дверь у нас закрыта. Она была закрыта. Сейчас мы ее откроем. Вежливо. Nice and quietly. И начнем исследовать кабинеты прямо... Прямо отсюда начиная. Стул какой-то у нас здесь. Оу, аптечка. Пополним свой запас. У нас снова 6 аптечек. 6, я повторюсь. Небывалое количество. Возможно, в конце алхимила нас ждет огромный здоровый босяра, который у нас заставит съесть все эти аптечки. Замок заклинило. А может быть и не ждет, я даже не знаю. Зайдем сюда. И здесь нас тоже кто-то ждет. А, не знаю пока кто. Но я не слышу, я... Давай, давай, давай. Вот так. Просто отлично. Ох, как дергается, ё-моё. Да, вон, наконец-то у нас музыка пошла жестокая и страшная. То я все ждал, когда она начнется. Вот она и началась. Так, ну а что здесь-то у нас? Здесь кроме стола я ничего не вижу. Кроме стола я здесь ничего не нахожу. Ничего особенного. Ничего особливого. Идемте назад тогда. Раз тут ничего особливого. Отправимся сюда. И здесь нас тоже кто-то ждет. Ух ты, елки-палки. Ах ты, сволочь. Слушайте, далеко достает, конечно, оружие наше. Да.
Все, готово. Так, где следующее? Да, тут не очень удобно, не особо попрячешься от них. Но зато и им деваться некуда. Просто невероятный урон наносит эта кирка. Ну, а собственно, как вы хотели-то. Такая здоровая... О, куда это ведет дверь? Ну-ка посмотрим карту. А, предоперационная палата, да уж. И отправимся уже, собственно, в операционную. И подходи ко мне. Отлично. Добить, добить, добить. Или она уже все. Так, у нас здесь ключ. Это ключ от подвального склада. Значит, все-таки в подвале у нас что-то будет. Безусловно, что-то в подвале должно быть. Потому что у нас что в школе, что здесь. В подвале все время таится какое-то страшное и ужасное зло. Подвалы — это прямо самая такая концентрация зла. Так, куда мы отправились? Ну, собственно, я могу уже в лифт пойти и отправиться, собственно, уже в подвальный склад, особо не заморачиваюсь. Могу я подряд подняться на третий этаж, кстати говоря? По-моему, мы там так и не были. Нет, мы третий этаж полностью исследовали. Тут есть видео, смотрите-ка. Значит, где-то должна быть кассета. Я хочу найти эту кассету. Я очень хочу найти эту кассету. Но пока что... я вроде все уже обследовал, да, здесь. Я не помню, был ли я на третьем этаже. А, ну, конечно, я был. Я же спускался с четвертого и исследовал все этажи. Ну, давайте тогда сразу в лифт уже пойдем. И спустимся в самый низ. Подвал. Так. Надеюсь, там нас никто не ждет, потому что мы там перебили всех. Долгая загрузка. Долгое ожидание. Так. Отправимся в склад. Склад, склад, склад. Так, где у нас склад? Карта, карта еще раз. Да, склад у нас впереди, конечно. Стоп, ничего не перепутал. Нет, ничего не перепутал. Использовали ключ от подвального склада. Окей. Что у нас здесь? Патроны. Хорошо. Патроны — это хорошо, это полезно. Еще патроны. Просто прекрасно. Что здесь еще есть? Что у нас здесь еще есть? Так. Что у нас здесь еще есть? Что-то я здесь, слушайте, ничего не вижу. Шкаф какой-то. Так. Шкаф, шкаф, шкаф. О! А что это у нас тут вот на полу? Ну-ка, внутри ничего нет. А что на полу? Судя по царапинам, шкаф не так давно двигали. О! Слушайте, отлично. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Хотите толкнуть шкаф? Да, толкнем. О, что это? Это дверь. Обалдеть. Фу, вот это секретненькое место. Так, а это что у нас? Похоже, под решеткой спуск в какой-то коридор. Лозы сплошь оплели решетку, так что я и пошевелить ее не могу. А чем бы мы смогли на нее воздействовать?
Взял бы ножом их перерубил. Ну в чем проблема? О, может сжечь их? Ну-ка. Ха. Не выходит. Я пытаюсь поджечь лозы, но они слишком плохо горят и гаснут почти сразу. Блин, ну что ж. Ну да, вообще. Если учесть, что они зеленые, да, они не будут, конечно, гореть. Ну, елки-палки, а как же нам тогда? Как же нам тогда? Ну, ножом бы их порезал, что ли. Странно, у нас ничего нету. У нас ничего нету. Выходит, что-то нам надо продолжать искать. Что-то мы не взяли. Ну, ладно, давайте. Давайте что-нибудь еще поищем. Но я вижу, что время серии подходит к концу. И поэтому я говорю вам, что 9-я часть прохождения по Silent Hill'у на этом окончена. Надеюсь, вам понравилось. В следующей части мы продолжим искать. Узнаем, как нам пробраться в этот секретный подвал. Что же там находится? Что же там хранится? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка под видео. И советуйте друзьям. С вами был Гидеон. Всем спасибо. И до следующей миссии.